Сеть пекарен «Три пирога» готовится к встрече праздников и дарит новогоднее настроение всем гостям. Только в декабре и в дни январских каникул команда семейной пекарни представляет авторское меню десертов и выпечки. Это место полюбили не только за фирменные осетинские пироги, но и богатый выбор сладкого от пирожных до сложных тортов на заказ. Поэтому, как говорят кондитеры, они детально подошли к составлению новогоднего предложения. Такие десерты непременно послужат украшением любого стола и станут отличным подарком. Мы сделали все такое авторское. Не просто по шаблону, но, конечно же, мы гордимся тем, что вот мы второй год подряд делаем вот такой вот уникальный имбирный домик. Это будет, мне кажется, шикарным подарком для любого ребенка. Ну, может быть, даже и для взрослого человека. Также это уникальные наборы, наши авторские пряники, которые наши кондитера тоже делают очень кропотливо, очень с такой вот любовью. Конечно же, это наши капкейки и кексики. Но и, конечно же, это наши уникальные тортики и рулеты. Торт Сникерс, торт Прага и меренговый торт. Но только все это в новогоднем исполнении. Пекарня основывается на концепции домашней кухни. Все самое вкусное и свежее близким. Поэтому во главе меню здесь стоит традиционное блюдо с многовековой историей. Предлагают массу начинок осетинских пирогов. Мясные, овощные, фруктовые. Кстати, одна из новых разработок пекарни – пирог с тыквой – особенно полюбился гостям. Осетинские пироги здесь готовят по аутентичным рецептурам, поэтому они и не похожи на классическую выпечку. Специальная рецептура, которая не разглашается. Ну и что могу сказать одно, это уникальный осетинский сыр. Нам привозят его только из Осетии. Наши покупатели полюбили, попробовали и поняли, что это не просто хлеб, не просто, допустим, лаваш какой-то, а именно уникальное тесто, которое очень вкусное. Каждое утро витрины пекарен «Три пирога» наполняются ароматной выпечкой, которая обновляется несколько раз в день. И, конечно, команда гордится и собственными хлебобулочными изделиями, которые неизменно пользуются спросом. Тесто у нас тоже мы делаем по своим особым рецептурам. Именно хлебобулочные изделия, как черные хлеба, так и белые хлеба. Тоже, можно сказать, определенные такие фишечки, которые пекарня разрабатывала многие годы. Все вот эти, можно сказать, 7 лет, и мы с удовольствием предлагаем это нашим покупателям. Ежедневно работает бесплатная доставка, поэтому десерты, пироги и хлеб можно заказать к назначенному времени и в любую точку города. И, кстати, с 19:30 на всю выпечку действует скидка 30%, но только при самовывозе. Кафе «Три пирога» можно найти в каждом из районов Твери.